И сейчас мы с гордостью представляем вам полный ароматный гардероб. Вы скажете, такое не бывает, а мы скажем, у нас это может быть. Итак, 6 ароматов в комплекте, 6 духов за одну цену, 1290 рублей, 43092, номер лота. Это наш абсолютный хит. Абсолютнейший, я бы сказала, потому что действительно духи к нам опять вернулись, это абсолютный хит. Действительно, ну это не только наш хит, это хит компании Miraculous, потому что сегодня на нашем демонстрационном столике вы видите абсолютно оригинальную продукцию компании Miraculous, причем здесь у нас собрана вся линейка духов, быть может. Те самые первые духи винтажные, вот они, здесь тоже имеются. Те самые духи, которые помнит абсолютно каждая женщина, которая родилась в Советском Союзе, теперь они называются, быть может, Париж. Классический аромат, который помнит абсолютно любая женщина, который был создан в 1968 году, и в этом году ему исполнится 50 лет. 50 лет, представляете? Эти духи проверены временем. Ничего с ними не делается, наоборот. Мы мечтаем снова окунуться в этот аромат. Да, действительно, мечтает абсолютно любая женщина, потому что духи актуальны, это вечная классика. Она никогда не выйдет из моды, она вне времени, она вне сезона, она вне возраста. Этот аромат подойдет как молодой девушке, так и взрослой, статусной, солидной, умудренным опытом даме. Ну и, конечно же, этот аромат действительно навевает о Париже, о французских улочках, да, нежный, воздушный аромат любви. Я бы так назвала этот аромат, и у нас речь идет о духах. Это духи, дорогие друзья, духи, которые продержатся на нашем теле 24 часа. Настоящие духи от компании Miraculous. Настоящие духи, быть может. Да, действительно, это именно духи. Это не туалетная вода, не парфюмерная вода. Это настоящие духи. Здесь, конечно, роскошный аромат. У нас за то время, когда мы продавали вот этот ароматный гардероб, было продано более 5000 таких комплектов. Я, конечно, понимаю, почему думающие женщины о своем аромате, о своем шлейфе, о том впечатлении, которым вы производите на окружающих, вы приобретаете сразу полный комплект. Потому что это уникальная возможность взять сразу всю линейку одним лотом за 1290 рублей. Получается, что один флакончик духов у нас обходится где-то примерно в 250 рублей. 200, да? С копеечкой, 200, да. 200 с копеечками. Давайте посмотрим, сколько в других магазинах один флакончик этих духов быть может. Да, есть такие предложения, но 1000 рублей за один. А ты знаешь, если мы будем формировать свой гардероб, во-первых, нужно время потратить. Не факт, что есть в наличии полная коллекция духов, быть может, но даже если она есть где-то в интернете, то вы потратите 6500 рублей. У нас получается, да, 200 с чем-то. Ну что, давай с тобой посмотрим дальше, потому что действительно духи уникальны тем, то, что они подойдут абсолютно любой женщине. Да, и каждая женщина здесь под свое настроение, под свой наряд, под свой облик, под свое мировоззрение, мировосприятие сможет найти те ноты, которые ей необходимы. Вообще хочу сказать, что ароматерапия это целая наука, ведь с помощью запахов мы можем менять свое настроение, с помощью нот мы можем менять свое настроение, мы можем менять свою жизнь даже с помощью аромата. И вот давайте еще раз вспомним аромат Париж, мы его, естественно, не забывали. Я знаю, что женщины невероятно любят этот аромат. Посмотри, какая интересная у нас здесь симфония раскрывается. Верхняя нота – это персик и бергамот, легкий фруктово-ягодный аромат. Нота сердца – это жасмин и пачуля. Жасмин – это у нас аромат любви, пачуля – это у нас аромат успеха, а амбра делает аромат невероятно стойким. Кстати, ты знаешь, что амбру добавляют только в очень солидные селекционные духи, вот именно для того, чтобы сделать аромат стойким, и наши духи продержатся на теле 24 часа. И чтобы у вас был неуловимый шлейф. Оксан, ты знаешь, я просто сейчас прикоснулась к бутыльку, я даже не наносила духи на себя, и уже, вы знаете, у меня вот этот аромат остался на кончиках пальцев. А я чувствую, он витает в воздухе, этот аромат, мы просто открыли флакон духов. Даже не надо наносить. Да. И уже я чувствую, аромат витает в воздухе, он еще продержится какое-то время. И самое главное, это тот самый аромат, ему 50 лет, аромат, проверенный временем. Редкий аромат может похвастаться... Полвека? Пол
полвека, да. полвековой истории. Представляете, в неизменной мелодии он остается уже 50 лет. Это значит, что здесь, конечно, есть свои секреты, и раскройте их сами. Но мы сейчас, нам не нужен загранпаспорт, переносимся в Токио. Да, знаешь, мне хотелось бы уделить особое внимание этому аромату, потому что этот аромат вообще не похож ни на один другой. Я, знаешь, такого аромата не встречала. Этот аромат сразу завоевал мое сердце. Он такой же многогранный, как и сама Япония, страна восходящего солнца, как и сам Токио. Ты знаешь, вот чем у нас ассоциируется Токио? Чем у нас ассоциируется Азия? Азия у нас ассоциируется с женской мудростью. Ну, а сам Токио, ты знаешь, я за что люблю этот город, кстати, мне удалось там побывать один раз, и я влюбилась с первого взгляда. С одной стороны, там чтят свои традиции, с другой стороны, мы понимаем, что Токио — это центр, просто мека современного дизайна, каких-то современных технологий. Это вообще город будущего, город страна будущего. Да, и вот аромат, вот ты знаешь, мы то же самое можно сказать про этот аромат, это аромат будущего. С одной стороны, это классический аромат, здесь улавливаются классические ноты, а с другой стороны, мы понимаем, что это у нас, ты знаешь, очень интересная композиция. Посмотри, как она выглядит, какой интересный купаж. Верхние ноты — это мускатный орех, кориант, перец, бергамот, лимон. Далее у нас скрывается мимоза, ирис, персик, жасмин, ландыш и фиалка. Ну, просто потрясающая какая-то история. Посмотри, сколько здесь нот. Ну, конечно, здесь, как и в Азии, в любой, здесь очень много у нас приправ. Именно вот эти вот приправы, кориант, мускатный орех и перчика чуть-чуть. И мед даже здесь, посмотри, добавлен. Они делают, конечно, этот аромат неповторимым и незабываемым. Лимон, действительно, здесь роскошный аромат. Почувствуйте на себе аромат будущего. Почувствуйте на себе роскошный аромат. Самое главное, знайте, что мы работаем напрямую с производителями. Это значит, что у нас не только самые выгодные цены, самые выгодные предложения, но еще и гарантия подлинности. Очень часто мы сейчас сталкиваемся с тем, что покупаем духи где-то в масс-маркете и наталкиваемся на подделку. Аромат пахнет точно так же, как и любой другой. В данном случае, если вы приобретаете у нас, вы застрахованы от подделки. Да, вы застрахованы от подделки, о чем говорит сертификат. Это наша гордость. Кстати, на видном месте у нас в студии стоит, вот Елена подтвердит, да. И мы действительно очень горды тем, что компания Miraculum, которая, кстати, скоро исполнится 100 лет, она сотрудничает с нами, с нашим телеканалом, и мы обладаем правами на представление и реализацию продукции на территории Российской Федерации. Это серьезный документ, вы видите, с печатью и с подписью в рамке у нас висит на видном месте. Ну, а для вас, конечно же, в первую очередь, это гарантия качества, которая говорит о том, что вы, собственно говоря, приобретаете на нашем телеканале 100% оригинальный продукт. Ну и, конечно, самое главное, если вы будете приобретать в розницу эти 6 ароматов, которые мы сегодня предлагаем вам за 1200 рублей, то вам такой же комплект обойдется в 6000 рублей, даже больше. А давайте перенесемся в другие магазины, что, собственно, мы и сделали. Видим, да, есть духи, быть может, но один флакон духов стоит 1000 рублей. У нас же сегодня 6. Это ваше ароматное приключение, это ваш ароматный гардероб. 6 разных запахов, разных духов за одну цену, 1290 рублей. При этом обратите внимание, какой элегантный флакончик хрустальный, да, и там настоящие духи. Да, и флакончик, кстати, сохранился. Этот флакон был создан с первым ароматом в 1968 году, он остался в первозданном виде, за что тоже огромная благодарность компании Miraculum за то, что она чтит традиции, но не стоит на месте, создает новые ароматы. И, конечно, прямо сейчас мы всех приглашаем полететь с нами в Нью-Йорк. Благодаря нашим духам это сделать можно, только нанеся на запястье этот аромат. Итак, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Летим. Да, город миллионеров, город успеха, собственно говоря, такой же, как и наш аромат. Аромат, который сделает вас успешным, уверенным в себе, благодаря тем нотам, которые находятся внутри нашего флакона. Действительно, тот аромат, который вас зарядит настроением и позитивом, и не только вас, но и окружающих. Кстати, если вы собираетесь на собеседование, если у вас деловая встреча, ну или, например, просто любовное свидание, где вы хотите показать
покорить, например, да, вторую половину, то, конечно же, воспользуйтесь этим ароматом, потому что благодаря тем нотам, которые находятся внутри этого флакончика, здесь у нас очень много цитрусов, цитрусов у нас это антидепрессанты, посмотрите, лайм, апельсиновый цвет здесь у нас, и, конечно же, благодаря вот этим нотам мы почувствуем бодрость и подъем настроения, ну, а те люди, которые будут общаться рядом с нами, они, соответственно, тоже проникнутся, подхватят эту волну, подхватят это настроение, но самое интересное, что нижняя нота, мы вышли из помещения, а шлейф остался. А про нас еще долгое-долгое время будут помнить и вспоминать благодаря мягким, уютным нотам, древесным нотам, ванильным нотам. Ты знаешь, с одной стороны аромат успешный, с другой стороны очень мягкий, очень волакивающий, очень волнующий. Вот создайте для себя вот такой вот неповторимый аромат, вот такой вот ваш именно шлейф, потому что мы знаем, что именно духи раскрываются индивидуально на каждой женщине. Почувствуйте свой неповторимый аромат, аромат Нью-Йорка. Вот такие сегодня мы предлагаем вам коллекцию. 6 ароматов в одном лоте 43092. Полный комплект духов «Быть может» за одну цену 1290 рублей. При этом ваша выгода, ваша финансовая, так сказать, площадка составляет 2690 рублей. Я не зря заговорила сейчас о финансах. Мировая экономика крутится у нас во всех столицах, и в частности в Лондоне. Давайте поговорим о Лондоне. Да, 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 пришло время поговорить о Лондоне, да. Где у нас хранятся денежки, да. Ну, на самом деле мы поговорим. Банкиры, миллионеры, да, где у нас живет королева. Кстати, между прочим, ты слышала новость, что, между прочим, принц-то женился у нас обвенчались, вчера. Обвенчались, да, обвенчались, да. И, собственно говоря, вот этот аромат мне как раз напоминает о Великобритании, мне напоминает о королевстве, потому что, когда мы надеваем на себя этот аромат, ароматы мы носим, то, конечно же, хочется чувствовать себя либо принцессой, либо королевой, хочется держать спину, хочется надеть высокий каблук, хочется взять зонтик, хочется... надеть пояс, да, хочется надеть красивый плащ, ну, собственно говоря, да, вот ноты, которые здесь, они, собственно, этому способствуют. Итак, давайте раскроем симфонию Лондона. Какую мелодию мы будем носить на себе? А вот, собственно говоря, вот та самая мелодия, тот самый букет, тот самый купаж, посмотрите. Верхняя нота у нас раскрывается моментально. Как только мы открыли флакончик, мы чувствуем бергамот, боярышник, герань, роза и фиалка. Все вместе дают потрясающую, незабываемую композицию. Далее, через 20-30 минут мы почувствуем гиацинт, кедр, ландыш, мимоза, сандаловое дерево. Очень здорово эти духи раскрываются. Вот сегодня у нас дождь на улице, потому что, ну, недаром называют Лондон у нас туманным Альбионом. Мне очень нравится, как эти духи раскрываются в дождливую погоду, в прохладную погоду, весной, осенью, зимой. Ну, либо, например, когда за окном моросит. Наденьте этот аромат на себя, и вы почувствуете тепло и уют, и вы почувствуете восхищенные взгляды окружающих. А как мы радуемся, когда мы при этом сделаем с вами выгодную покупку. Мы покупаем целый ароматный гардероб за одну цену. А прямо сейчас мы с вами перенесемся в интернет-магазины для того, чтобы сравнить цены. Итак, духи, быть может, есть в продаже, но один флакончик духов стоит 1000 рублей, 1070, 1080 и так, конечно, по возрастанию. За один флакон. За один флакон, ты представляешь, да, если мы захотим собрать всю коллекцию, ну, во-первых, не факт, что мы ее соберем, потому что здесь у нас и винтажные духи имеются, и полная линейка у нас здесь имеется. Мы потратим 6500 рублей для того, чтобы приобрести весь свой парфюмерный гардероб. И мы не будем застрахованы от подделки. В данном случае мы, телеканал Дисконт ТВ, работает напрямую с производителем. Конечно. Конечно, только так и никак по-другому. Сертификат говорит об этом, о том, что мы являемся официальными партнерами компании Miraculum, обладает правами на представление и реализацию продукции на территории Российской Федерации. Это гарантия качества. И у нас есть в нашей линии еще и аромат новый. Это новинка. Называется он «Лето в Париже». Какого года он? Обожаю этот аромат. Самый последний аромат. Был создан в 2014 году.